Результаты недавно опубликованного исследования Sustain-7 свидетельствуют, что Трулисити уступает семаглутиду как по достижению целевого значения гликированного гемоглобина, так и по снижению веса. Пациенты с сахарным диабетом второго типа были рандомизированы в группу семаглутида 0,5 или 1 мг подкожно один раз в неделю и дулаглутида 0,75 или 1,5 мг подкожно один раз в неделю. Обращала на себя внимание, что у 44% пациентов, получавших инъекции 0,5 мг семаглутида, по сравнению с 23% лиц из группы 0,75 мг дулаглутида, снижение веса составило 5 и более процентов. На фоне 1 мг семаглутида снижение массы тела на 5 и более процентов было достигнуто у 63% больных, тогда как в группе 1,5 мг дулаглутида у 30% пациентов. Таким образом, семаглутид превосходит дулаглутид по снижению массы тела у больных с сахарным диабетом второго типа. Все подробности на сайте internist.ru. Ссылка в описании.